Что происходит в Украине и в найважливіше самое важное на этот момент? Мы-то должны понимать, что из всего из этого следует одно. В каком бы виде Украина не осталась, это будет плацдарм для сдерживания России. Разговорами про там швидкий, полегшений, такий, не такий, сякий вступ до НАТО до войны, после войны, э, мне кажется, як Доромонатівця, який колись ще тоді секретну заявку на вступ Робертсона передавав років 20 тому. Мені здається, цим намагаються напустити цього туману війни до доволі простого питання рішення політичне про те, що Україна має бути членом НАТО, прийнято вже в Бухаресті, де дуже чітка фраза. Що Україна і Грузія будуть членами НАТО ухвалена на серешта? Це питання технічні. Зараз йде війна з точки зору прийняття політичного рішення, яке вже ухвалено, це теж технічне питання. От зараз нас цими технічними питаннями, що там після війни, до війни, ви розумієте, коли війна закінчиться, я сподіваюся, так як ми всі того бажаємо разом з нашими союзниками, то тоді питання членства України в НАТО, воно такої політичної актуальності, мені здається. З формального членства в НАТО даємо відсіч. Подивіться на це з цієї точки зору також. Тому. Е Дякуємо членам НАТО, э, особливо тем, які надають э, реальну військову підтримку. Украинский конфликт скоро закончится, уверен Лукашенко. В нашем большом эксклюзивном интервью президент Беларуси признал, что он не пророк, конечно, но видят все предпосылки к окончанию украинской войны. Беларусь, при этом, незамедлительно, без колебаний использует тактическое ядерное оружие, если почувствует агрессию со стороны Запада. На вопрос о том, будет ли он звонить перед этим Путину, Лукашенко ответил, что связь у них и так налажена в режиме 24 на 7. И согласовывать нанесение ядерного удара можно быстро, буквально за 30 секунд. Диктатор Лукашенко в интервью пропагандистки Ольги Скобеевой, э, расхваливая э, Путинское ядерное оружие уже заявил о том, что Беларусь начала получать тактическое ядерное боеголовки из соседней России. У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили от России, заявил. Лукашенко. Он также заявил о том, что якобы эти бомбы в три раза мощнее тех, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Он также заявил, что уже сейчас восстановлены пять ядерных хранилищ и в ряде других проводятся ремонтные работы. Отвечая на вопрос пропагандистский Скобеевой относительно того, Будет ли он его задействовать? Он сказал, что решение будет приниматься очень быстро. Я позвоню Путину или Путин позвонит мне, он сказал. И э, мы совместно примем решение использовать его. То есть он сказал, что тянуть с э, тем, чтобы бросить бомбу на соседнюю Украину или Польшу. Плавда По непонятно, почему здесь Польша, он не собирается. Кроме того, он ответил на вопросы: собирается ли он консультироваться с белорусским обществом в случае начала войны. Он сказал, если начнется война. Я у общества ничего спрашивать не буду. Это война, я должен принимать решение. Кроме того, он уточнил, что не собирается ходить, как он сказал, по городам Беларуси и слушать левым-правым ухом, кто и что говорит. Так, на протяжении двух месяцев Беларуси не станет. Это мои полномочия, мои функции. Я не первый раз иду, раз иду на выборы. Они мою решительность знают. Шаг влево, шаг вправо и я начинаю действовать. Ну, избрали. Но так терпеть до следующих выборов. Также он предложил э, Скобееве проехаться с ним. Он сказал, что мы завяжем тебе глаза. Ну, он любит общаться на ты. Завяжем тебе глаза, отвезем тебя в непонятное место в темное, там развяжем, и ты сама все увидишь. Ну, э, очень сильно напоминает триллер э, 50 оттенков серого. Есть, помните, такой был эротический. Но ну, правда, в случае со Скобеевой, как утверждают злые языки, это может быть 50 оттенков коричневого. Догадайтесь сами, почему. Э, кроме того, западные СМИ, анализируя начавшееся украинское контрнаступление, которое так сильно беспокоит Лукашенко, заявляют о том, что Украина пока задействовала только 3 из 12 бригад. И главная битва все еще впереди. Эту информацию сегодня опубликовало агентство Reuters. Цитата. «После недели ожесточенных боев настоящее испытание контрнаступления Киева все еще впереди» поскольку украинская армия находится на определенном расстоянии от главной линии обороны э, российской а основная часть сил подготовленных для наступления все еще находится в режиме стенд бай то есть в режиме ожидания по данных, по данным аналитика украина создала 12 бронетанковых бригад 9 из которых были подготовлены и оснащены странами нато три э, из них были задействованы это опять же утверждение западных аналитиков в, горо, в районе города орехова запрос области в Великой Новоселки в Донецкой области в 80 километрах восточнее. Все это, по мнению аналитиков, с которым пообщался Ройтерс, может свидетельствовать о том, что украинское командование решило главной целью избрать город Токмак запорожской области. Он находится приблизительно в 25 километрах сейчас от линии фронта, а далее в 50 километрах расположен ключевой город. Мілітополь оба із них імають очі прочну оборону, яку російські окупанти вистраювали в тіні многих місяців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.